как ни странно, почему-то тогда... Итак, всем привет. Я хотел сначала сказать, ну ладно, ничего, не получилось так. В общем, тогда почему-то, когда я портнулся, у меня, короче, получилось так, что я умер, и я закончил запись, потому что я думал, что вылетело. На самом деле не вылетело. Давайте посмотрим, умрем мы или нет. Вот что это, ребят? Что это такое? Я не... Что не так? С этим всем. ХП у меня вроде нормально. Радиации вроде нет. От чего я дохну? Понятно. Ну привет! Мужик, я спас тебя, потому что ты никчемный. Ты будешь лучше жить. Если я тебя убью, это будет слишком просто. Вот музыка не надо так громко, пожалуйста, ну не надо, а. Так, я хотел... Что мне теперь лидер свободы говорить? Брат? Не продам я тебе ничего, мужик, иди в жоп. Вот такая вот наёбка. Сейчас мне нужно сходить куда? Вот музыка, иди в жопу, пожалуйста, тоже. Ты меня как-то выбешиваешь. Говорить с кем? Это что такое за значок вообще? Здравствуй. А, с проводником? Ну что за значок? Я что-то не понимаю, да? А, ты... Найти костюм с замкнутой системой. Знаете, для калибровки. Не знаю, для чего они тебе. А то я смогу теперь в Сайги улучшить эту штуку. Вот и все. Так. Теперь мне нужно поговорить с снабженцем. Кто меня снабдит? Ты? Подождите, кто меня снабдит севой? Слушай, что-то у твоей собаки ноги какие-то короткие. Посмотрел внимательно. Ты мне до земли вроде достаешь. Это вроде... Давайте пойдем к Маскадовску. А, он с нами пойдет, естественно. Пойдемте сначала тогда к чуваку. Так. Он чуть в другом месте, он там вот... Потому что нам нужны продаться. Вы видите, сколько у нас сейчас КГ мы несем. 190 из 200, это жесть. Вообще 190 нереал, ну ладно. В эгоскелете я еще пойму. Привет, мужчина. Я до тебя доковыляю сейчас. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Вот эту штуку качу. Мужик, выпивать собираешься? Давай. Алкоголик. Это вообще заядлый алкоголик. Раз бутылка. Считаем. Целая бутылка водки. Красавчик, мужик. Залпом. Выпьем. Вторая бутылка водки. Мы тоже, кстати, вторую бутылку пьем. То есть, это представляете, это какие, насколько они заядлые алкоголики, что они пьют по литру, ну, даже по пол-литра за залпом.
Не, ну отряд я соберу, потому что без отряда я туда не пойду, меня там убьют. Я не хочу этого. Да и с отрядом веселее будет. Все-таки свои, типа Ашота и так далее. Еще, уже пятая, наверное, или какая, я не стал считать. В любом случае уже много, очень много. Ну, все, сейчас убьемся уже, мне кажется. Херак! Седьмую бутылку херачим. Мы что, с ума сошли, что ли, чуваки? Это уже какая-то пропаганда алкоголя. Потому что мы столько уже выпили, что ни один человек столько не выпьет. Все сдохнут сразу. Моментально просто. Оп. Норм. Покумарим в пол. И уснул. Норм. Значит, уговор. Идем вместе. Найдешь бойцов, присылай ко мне, буду делать из них команду. Когда все будет на мази, дашь знать. Забираем Азота и вперед на Юпитер. Окей. Как скажешь, бро. Так, пойдемте Ашотика сразу уговорим, чтобы он с нами пошел. Также бы неплохо найти и ломать мясо. Неплохо бы, вот что я могу вам сказать. Чтобы отдать этому, и чтобы после этого он нас с нами пошел. Вроде как только так. Давайте, покушаем. Покушаем, давайте. Теперь гораздо с выносливостью лучше. Я ему отдал которые деньги, которых у меня у самого. С чем пожаловал? Слушаю тебя. Так, теперь мне интересно, где мне достать костюм замкнутой системы дыхания? Вроде у этого заказать можно будет, когда сейчас. Мы туда и пойдем и продаваться, собственно. То есть не продаваться, продаваться, это шлюхи продаются. Мы пойдем продавать. Продаваться слово не то. Потому что все говорят продаваться, продаваться, а вдуматься в это слово никто не хочет. Я пошел продаваться. Ну, ебись, иди продавайся. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. 2000 баксов. Покедова! Ты мне не дашь людей крепить? Здорово. Уже. Ты по какому? Так. Не готов я идти. А, я спать хочу. Вот почему, может быть, меня так плющит. Наверное, я спать просто хочу. Здорово. Давайте попробуем. Не сдохнем ли мы во сне, мне интересно. Не хочу такой смерти сдыхать во сне.
Скорее всего, так и должно. Ну, так и было. То есть из-за сна как раз. Из-за сна. Из-за сна, из-за сна, из-за сна, из-за сна. Ну что, не продается сила? Севка у тебя не продается. Ах ты. Как же я без севки? Как же я без севки-то? Продаваться. Ой, продавать идем. Опять продаваться. Так, мы уже на нашем дорогом Скотовске, на котором осталось так старый. Мало людей, на самом деле. Ну ничего, сычёныш. Да чё? Так, продаешь опять эту штуку. Мужик, у меня для тебя подарки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7. Вот эти не продам. 8. Так что все замечательно должно быть. Тебе столько всякого добра подарил, что ты просто офигеть должен. И также у тебя не забуду купить водки, потому что сейчас нам нужно будет улучшить тот коллаж. У тебя нет. А, нет, у тебя есть водка. То я думал, все. Конец всем мечтаниям. Водки-то у него и нету. Иди, иди, нечего тебе тут делать. Ну да, мужик. Будет, куда ж он денется? Надо бы убрать вопрос, дать водки просто, и все. Ну, в руки не дрожали. Они у тебя как-нибудь дрожали, мужик? Мне кажется, нет. Ну... Привет. Расскажи про компас. Хорошо, скажу про него. Скажу я к новой, не переживай. На. Ой, вот это я тебе не продам, мужик, иди в жопу. Классное обращение сначала. А, да, я сейчас схожу, да, я тебе не продам, иди в жопу. Замечательное обращение, просто очень. Так, теперь нужно вторую бутылку ему подарить. Мужик, дайте горячий чай, бороды. Стало бы он пить горячий. Это, чтоб работа спорилась? Да, будет спорить, не переживай. Так, ну... Поговорим об апгрейдах, мужик. Ремонт. Какой калибр? 5.45. Нет, я не буду тратить такие деньги. Уж извини. Обойдешься как-нибудь. Так, 5.45. Это фулл, чинит костюмы всякие. 9 миллиметров. Лучше потрачу вот это. О, как раз с этим комплектом дочиню. В каком состоянии у нас калаш? Почти в нулевом. Это дочинить можно у него уже. Да, замечательно. Вес уменьшим, носительность улучшим. Отдачу или скорострельность? Чего ему не хватает? Давай скорострельность. 5% лучше отдачу тогда уж. Точность. Как у тебя с точностью? Давай точность качнем. И настильность. Настильность или отдача? Ну, не знаю даже. Отдачу давай. И вот так вот. Удобность и насильность. Удобность. Теперь у нас удобная, просто удобнейшая штука. Ну, не знаю. Не стоило это, скорее всего, того. Ну и что это из себя представляет? Ну, калаш это. Ну, сравниваем его, допустим, с этим. Но это все равно больше урон показывается. Нет, урон не больше. Удобность больше и темп огня больше. Давайте... Попробуем. Что нам остается? Попробуем походить. Ну, как ты с ним бегаешь, странно. Конечно, глушитель снижает урон, но обойдемся и так.
Возьмем на него, на него немножко патронов. Чтоб побольше. Чтоб хоть чем-то можно было стрелять. Вот за осечку замечательно. Вот это вот очень интересная вещь. Он не может стрелять скорострельно? Да ладно! Вы издеваетесь надо мной? Ну ладно. Но все-таки походим с этим. Что патронов больше. Вот и все. Так, кушать надо, кушать. А то вообще умрем. Нафиг нам это нужно, умирать тут. Сейчас еще к этому сходим, посмотрим. Может, что нам еще скажут. Привет. $100,720. Хорошо. Просто хочу посмотреть, что он из себя представляет. Мне говорили, что он крутой. Поэтому прощай. Меняем снайперки. Прощайте, патроны. Я просто хочу посмотреть, ребят. Все равно уже скоро игра закончится. Ну и так скоро, конечно, но очень недолго нам осталось. Базуку тебе, дробыш тебе еще, ракета для базуки. Все, сейчас все отдам. Мужик, у тебя сегодня праздник. Тебе куча хабара идет. На, 19 тысяч. На. Вот замечательно. О, патроны сейчас пойдут. $75,102. Замечательно, да, ребята? 110, нахрен. Ну, тум. 179 000. Просто ни с чего. Ну что ж, давай севу тебя докажем, мужик. Дождемся, давайте, Севу. Это так звучит, как будто мы будем ждать человека с именем Сева. А не костюм Севу. Не пришел еще. Хорошо. С нуля до 21 поспим. Вот, забрать товар. 100 тысяч выложим и 60 на улучшение. Оружие опусти, мужик. Так что... Слушаю тебя. Ух ты, ёп. ПРСТ. Ха, он получше экзоскелета будет, я могу вам сказать. Низкая мне пишет. Какая нахрен низкая, вы о чем? Вообще. Вы понимаете, что вы говорите. Он лучше по всем параметрам. По всем. Кроме гашения удара. И все, собственно. Ну да. Давайте все-таки в нем походим, потому что он крутой. Конечно, не знаю, что мы вес не понесем такой, бла-бла, 3 рубла и прочее. Мне нужна водка уже. Водка, она наше все. Сейчас на улучшение, конечно, уйдет просто безумное количество денег. Но вы просто посмотрите на статы. Просто посмотрите... В руки не дрожали. То есть, я не понимаю, красный показывается. То есть это у него такая же броня, только кашель удара поменьше чуть-чуть. Остальное все больше. То есть какой смысл в экзоскелете, объясните мне? Это что, в то, что в нем можно носить больше. Я, конечно, давайте, кстати, оставим вот так вот экзоскелет и это возьмем. Не знаю, понесем мы это. Без экзоскелета сколько внести? Ну да, ясно. Мужик. 6000 улучшений. 7000. 5000. Не, Сева покруче экзоскелета будет. Вот, допустим, чего ему не хватает? Гашение удара. Хорошо. Гашение удара, так гашение удара. Броня.
для массы бронежилета. Броня. Плюс 50 у нас. Электрозащита, огнеупор. Так вот. 15 тысяч осталось, ребят. Ну что, плюс 50. Ух, ни хрена у него тут перки, я могу вам сказать. Ребята. Так. Хорошо. Сколько в нем носить можно? Ну, охренеть, видите с ним, как восстанавливается эту? Можем бегать хоть целый день, наверное. И статы ничем не хуже. Смотрите, вот. Допустим, смотрите на статы. Уменьшились просто в щи. Увеличились просто... Конечно, разрыв здесь, да. Но... Какая нахрен разница? Хорошо. Что мы можем тебе еще продать? Вот эти патроны. Хорошо. Ноги... кабанов всяких разных. Снайперка, ушло твое время. Ушло твое время, снайперка. До свидания. С тобой было хорошо, да без тебя лучше. Гранаты. Кстати, с ним шлем нельзя одевать, да? Это Сева. Да, нельзя. Или можно? Нет, нельзя, это Сева. Хорошо. Так, теперь, мужик, я не буду нажимать и не собираюсь искать что-либо, потому что это нам ничего хорошего не даст, а нам нужно много чего хорошего. 30 тысяч у нас. 30 тысяч это мало. Нам нужно больше, естественно. Симуляторов шутка продадим. Так, по-быренькому. Пока... У него не прошло алкогольное опьянение, чтобы он нас мог улучшить креплением этого. Вот так. Снять здоровье, блин. Ребят, ну, тут ясно все. Тут все ясно. Вот смотрите. Допустим, даже вот так сделаем и посмотрим, чем экзоскелет лучше. У него черта больше, и эта черта больше. То есть, конечно, я понимаю, что написано про него вообще. Электрозащита, бедра третья. Да, конечно, этот от пуль защищает, скорее всего, лучше. Но какая нахрен разница? В нем бегать можно как сумасшедшему. Это плюс с этой штукой. То есть, давайте, допустим, паёк скушаем. Посмотрим. Скушали, сохранились. И смотрим на выносливость. Побегали, установилось. Замечательно. И огнеупорность просто лютейшая у него. И артефакта можно 4 поставить. Ну, плюсов в нем много. Короче, раз мы можем таскать, то давайте так и таскать. В чем проблема? Не вижу в этом никакой проблемы. Только тогда можно продать вот этот... Хотя нет, не будем. Я не знаю, ребят, что продавать. Мне просто хочется и оставить, и продать, и деньги хочется, и это хочется. Я даже не знаю. Вообще, сейчас мы знаете, что с вами сделаем? Мы не будем отдавать этот, как его. И вообще, по идее, мы у тебя купим, мужик. Ничего у тебя не купим, потому что ты не хочешь это продавать. Как же музыка громко орет, вашу мать, а? Ребят. Так, мы пришли сюда для того, чтобы все мы сделали, все, что хотели. У нас все есть, у нас все замечательно. Но меня теперь волнует один единственный вопрос. У торговцев раньше отображались артефакты, которые я им продавал. Теперь его вроде нет, я хотел купить какой-нибудь артефакт, который нам бы дал хорошего, но... Ничего, сколько ты вот это за... О, да, видите, продали пушку, теперь она стоит безумное количество денег. О! Цена, да? 55 килограмм. 55 килограмм? Охуеть.
Просто охренеть. Просто охренеть. Так. Ну не знаю, ребят, честно. Могу вам даже ничего сказать. Мне хочется продать экзоскелет, и не хочется его продавать. Давайте нет, давайте вот это продадим. Все, я решил. У нас будет экзоскелет чисто от пуль защиты, а это защита от аномалий и прочей ерунды. Ну просто вы понимаете, чем она отличается, и какая тут, какие тут статы, и какие там статы. То есть, тут уже все понятно, абсолютно. Так, теперь, что я хотел сделать? Я хотел купить патроны к дробовику. Нам нужно очень тщательно подготовиться. Теперь, я думаю, вполне можно будет идти и на этот, как его, и на, ну, монолитовцев взять, потому что они нам помогут. Что тут еще? Может, я что-то пропустил? А то я могу пропустить. Тут ничего не пропустил. Тут вроде тоже ничего не пропустил. В эскелете подавно. В снайперке тоже ничего не пропустил. Но снайперка в любом случае тоже прикольная. Ладно, кстати, давайте фонарик выключим. А, нет, так она, конечно, ничего не делает, но... Так она чувствуется прикольнее. И быстрее она, но... Ладно, походим с ней, у нас все равно другой уже нет. Так, ладно, хватит гнетелиться, ты мне еще одну севу не продашь, мне просто интересно. Фармер сев. Да, и экзоскелет лучше не продавать. Лучше положить в ящик, допустим, если уж прям не хочется в нем ходить. Хотя, нет, мы же решили уже все, ребят. Так, теперь мы с вами отправляемся обратно и попробуем пойти с долгом вместе к этим. У нас есть деньги на это? Да, у нас есть на это деньги. Так, темнота прям лютейшая. Да-да-да, не один ли без, бла-бла-бла, трюб лес. Ты заглядывай, тут весело бывает. Бывает, но не всегда. Оружие спрячь. Мужик, надеюсь, сейчас у нас все будет хорошо. Последний этот ем. Здравствуй, сталкер. Да ладно, ты меня увидел? Офигеть. Ну чё? Да, из-за того, что я спать хотел. Стройся! А ты чё сидишь, мужик? Тебе гранаты ударишь, что ли? Хочешь, в морду стрельну? Давайте разглядим их лица. Шеренгу становись! Вот, умеете, когда хотите. Ну, будем принимать присягу. Клянетесь служить делу долго, верой и правдой. Защищать человечество от агрессии зоны и всегда следовать уставу. Клянемся. Клянемся. Бойцы, поздравляю вас со вступлением в ряды долга. Слушай мою команду. За мной, шагом, марш! Сейчас они типа переоденутся. Оп, и теперь все долговцы, и хрен разлетишь, кто из них кто. Мужик, где-то со снайперкой. По всем вопросам командиру отряда. Иди с командиром говори. Ну, здорово. Как будто заспавнились просто долговцы. Слушаю тебя.
А, вот ты у нас. Как дела? Хорошо, не можешь. Так чего не скажешь хорошего? Как скажешь. Конечно, у нас будет тратить стап побыстрее. Можно сказать. В общем, ребят, на этом мы закончим данную часть. Надеюсь, она вам понравилась. С вами был, как всегда, Sunshine Fu. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, кликайте на рекламу, она находится сбоку или справа. И всем бай-бай.